Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу с вами поделиться боксом без вложений Zinc PTS. Он в один похож на Iron PTS. Вот здесь я работаю. И уже проверила на вывод. В данный момент у меня 24 цента на балансе. После майских праздников буду ставить на вывод. Значит, регистрация здесь простейшая. Вводите имя, фамилию, два раза почту. Потом юзернейм, логин, два раза пароль, ставите галочку регистрируйтесь, вход по логину и паролю. И все точно самое, вывод отсюда от 10 центов зарабатываем мы здесь в USD, а платят нам в биткоин сатошах от 10 центов. Здесь персонал сеттинг, мы прописываем биткоин кошелек прямой, прописывайте биткоин кошелек, больше я как бы не ошибусь, буду прописывать сразу. Далее сюда пароль при регистрации нажимаете send, сохранить, все сохраняете. Далее промо tools, мы, наша находится партнерская ссылочка, и здесь вот ниже опускаемся, WinDraw history будет. Далее на чем мы здесь зарабатываем, мой, так, я вот как всегда вот здесь буду зарабатывать, только как бы дальше я никуда не лезу. Здесь вот рекламка, несколько просмотров, давайте одну просмотрим коротенькую. Так, нажимаем, нас перебрасывает на страничку, загружается шкала сейчас. Тут немножечко другая система как бы. Нажимаем вот валидат. Нажимаем далее опять валидат. Бывает рекапча попадается. Галочка. Все. Рекламку мы просмотрели. Таким вот образом мы просматриваем рекламу. Ну, в принципе, это все. Здесь ничего сложного. Мой аккаунт. Ну, здесь наша статистика пойдет. WinDraw вот здесь от 10 центов показано. Вывод потом буду проверять. В Iron PTS у меня 10 центов быстро набегает. Ну, здесь, я думаю, то же самое. Продолжение следует. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.